Ален, если ты нас слышишь, бегись сюда к нам на финиш. А мама ждет. Ну а вы посмотрите, Литка какая молодец. Последнего мужика на дистанции подобрала и завела сразу. Куда-то увела в сторону, говорит, пошли со мной, я знаю короткую дорогу. Сколько, говоришь, 38 пробежал, на тебе еще полкилометра в сторону. До марафона не добежал, Юр, молодец. Это финиш. А тем, это значит, что с белыми номерами у нас еще один, поэтому тебе